Приветствую вас, братья и сестры. Бог достоин славы, утешающий наше сердце и укрепляющий и питающий наш дух. Желание моего сердца прочитать сегодня из 2 главы Евангелия от Марка с 1 по 13 стихи. И назвал я эту проповедь «Три тайны, которые знает Иисус». Конечно, в этом месте Священного Писания открыто для нас очень много таких важных, глубоких, духовных истин и о благодати Божией, и о действии исцеляющей силы Христа. Я, конечно, с помощью Божией постараюсь немножечко, хотя бы кратко, и их затронуть. И, конечно, здесь очень интересно, используя это Слово Божие, можно поговорить об истории Нового Завета. Давайте прочитаем первый стих этой главы. «Через несколько дней опять пришел Он, имеется в виду Иисус Христос, в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме». Прочитывая Новый Завет, мы видим, друзья дорогие, что когда Иисус прошел пустыню искушения, вышел оттуда в силе Святого Духа, Он, написано, оставил Назарет, в котором был воспитан, так написано в Новом Завете, и пришел и поселился в Капернауме Приморском, земля Заволонова и Нефалимова, где воссиял великий свет, да, написано? Так написано, друзья дорогие, Матфея, 4 глава, 13 стих. Мы знаем, что когда Он сотворил первое чудо в Кане Галилейской, и после того пошел с матерью, написано, с братьями, с сестрами своими, с учениками, пошел также, пришел и отдыхал вот в этом же доме, в Капернауме, Кфар-Нахум, если оригинально звучит это слово, селение Наума или деревня Наума, ну, дословно, если говорить. Не знаю, это родовое было его, или он купил там этот дом, или снял аренду, не знаем как, да, как вот я сейчас в Томске, мы снимаем для детей квартиру. Мы не знаем, но он за это не говорит. Но этот город, в котором жил также Петр и Андрей, из одного города, с Андреем и Петром, есть такое место, есть такое выражение. Мы знаем, что в этом городе, в его первой проповеди, там одержимый вскричал в синагоге, да? И люди, и когда он повелел, он оставил, вышел из этого человека, люди говорили, что это за новое учение. Мы знаем, что в этом городе, после этой первой проповеди, он зашел в дом Симона, где его теща лежала в горячке, он прикоснулся, исцелил ее, да? И она, вставши, тут же служила ему. Здесь было много совершено, очень много было совершено им чудес. После вот этого случая написано, что люди приносили туда больных, и он, написано, всех исцелил. В этом городе он исцелил прокаженного, который говорил, если хочешь меня очисти. Он сказал, хочу очистить. То есть, и здесь мы видим также, что было очень много сразу же народа. И вот написано, что через несколько дней он опять пришел в этот город. Если мы читаем параллельное место 9 главы Евангелия от Матфея, мы находим, что написано, оказывается, он приплыл на лодке с другого берега озера Генесарецкого в этот дом, вот в данной этой ситуации. То есть этот дом часто у него, его дом, и там написано, он пришел в свой город. Вот Библия называет этот Кфар-Нахум, то есть Капернаум, этот город его своим, свой город. И написано, и слышно стало, что он в доме. Он часто оставлял этот дом, мы читаем другое место, написано, что когда он пошел в Иудею и там крестил, написано, там жил, он там жил. И вот он возвращается сюда. И стало слышно, что он в доме. Я не знаю, почему слышно стало, как слышно стало. То есть дом был пустой, все люди после тех чудес, великих чудес в этом городе, мы знаем, что сказано о Капернауме, какие еще слова? «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся», да? Потому что столько было явлено чудес, он исцелил всех-то, там
чудес много. И сейчас мы здесь прочитаем тоже о великом чуде, которое совершил. И я назвал эту проповедь «Три тайны, которые знает Господь Иисус». Может быть, он пришел с учениками, приплыл на лодке в этот приморский город. Они там пели, может быть, прославляли Господа. Ну, слышно стало, что он в доме. Может быть, они там очень горячо и жарко, долго, может быть, молились. И сразу написано, смотри, «Тотчас собрались многие так, что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И он, и не имея возможности, приблизиться к Иисусу за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Слава Господу, друзья! Вот такое опять Он совершает непростое чудо, но я хотел бы обратить наше внимание, друзья дорогие, на некоторые такие духовные истины, важные, на мой взгляд, которые записаны в этом месте Священного Писания и назидательны для нас. Мы видим здесь первую тайну, которую знал Иисус, когда люди пришли и не могли приблизиться уже к Нему, потому что было опять столько много народа, то некоторые принесли, я думаю, что это принесли мальчика, потому что, если опять же, читая 9 главу Евангелия от Матфея, параллельно месте там написано «дерзай чадо», что означает «смелей дитя», мы бы сказали «не бойся, мальчик». То есть они принесли, и там написано в оригинале, что это был паралитик, парализованный человек. И, конечно, грехи парализуют человека. И порой зовешь кого-то: «Ну, пойдем на собрание», а он, знаете, вот не может, он не может. Нужна действительно дополнительная помощь. Иногда с кем-то договариваешься: «Ну, приходи на собрание», — «приду». Если за ним не зайти, знаете, вот не помочь ему встать, не помочь ему преодолеть какие-то там, вот как у нас в деревне, там, ну, 100-200 метров до дома молитвы, он не придет, знаете. Или другой раз, знаете, договорись с человеком, ну, беседуешь где-то, мы там, деревня из деревни, беседуешь, и говорит: «Обязательно приду». Приходишь на собрание, его нет. Потом встречаешься и говоришь: «Ну, что не пришел?» «Не мог проснуться». То есть, вы знаете, бывают такие вот события, и нужна помощь вот этих верующих людей, понимаете? И вот они принесли человека, который сам не мог, он сам не мог прийти и обрести спасение. Иисус видит веру в наших сердцах, у кого она есть, у кого ее нет. Библия говорит, что не во всех вера. Знаете, мы знаем, что такое вера. Вера – это любовь. Вера – это посвящение. Вера – это жертва наша. Люди много что могут говорить, что такое вера. Но мы-то знаем, что такое верующий человек, да? Это и в материальном служении участвующий. Это, как брат Вадим сказал, оставляющий свои дела, да, для неба и для славы Господа. И посвящает себя, и предает себя заповеди Божией, учению Иисуса Христа, да, Его славе, Его делу. То есть он видит эту тайну. В ком вера?
А без веры угодить Богу невозможно. По вере вашей написано, да будет вам. Слава Господу, друзья. И вот он ему говорит, смелее, не бойся, мальчик. Но начинает несколько необычно. Мы обычно как приходим? Приходим, допустим, у нас есть нужда, надо помолиться за исцеление, да? Но Иисус здесь удивляет даже книжников, удивляет фарисеев, удивляет многих людей и начинает не исцеление, а говорит, прощаются тебе грехи твои. Это следующая тайна, которую знает Господь. Он знает все наши подвиги, все наши неудачи. Он знает все, что есть в нашем сердце, что случается в нашей жизни. Он это все знает. Никто не знал. Никто не знал. Но он говорит, прощаются тебе грехи твои. Это тот закон благодати, друзья дорогие, который я бы хотел обратить наше внимание на него сегодня. Потому что, знаете, прежде чем Бог хочет нас исцелить, Он хочет нас спасти. Спасти. Понимаете? И спасти от грехов наших. Иногда, знаете, такое как бы не совсем верное преподают Евангелие и говорят, пойди в церковь, и у тебя будет все хорошо. Там все у тебя решится. Но мы сегодня слышали, пришел этот богатый юноша, да? А Иисус ему говорит, то, что ты можешь, ты не все можешь. А вот следовать за мной, следовать за Господом, без Его благодати мы не сможем. И вот я хочу сказать, друзья дорогие, здесь учит нас Господь, открывает нам эту важную духовную истину, что если ты хочешь быть здоровым, исцелиться, ты должен принять прощение грехов, ты должен освободиться от них. И Бог первое, что хочет сделать, спасти нас от грехов наших. И когда это произойдет, и когда у многих из нас в этой жизни произошло, мы встали, покаялись, приняли правильное решение идти теперь новым путем за Господом, болезни сами ушли. У нас одна сестра свидетельствует, говорит, я когда покаялся, у меня ушло там около десятка болезней таких. Я даже не просила за их исцеление, но они ушли. Почему? Потому что изменилась жизнь. Потому что человек оставил грех. Понимаете? И когда человек оставляет грех, уходят многие последствия. Многие последствия. Многие болезни уходят. И он ему говорит, прощаются тебе грехи твои. И тут обнаружится следующая тайна. Намерения и мысли сердец. Он знал, о чем они помышляли, да? Они помышляли немножечко не совсем верно, да? Он Духом Своим узнал об этом и говорит, знаете, друзья дорогие, следующую очень важную истину. А что легче? Сказать, прощаются тебе грехи твои, или встань, возьми постель твою и ходи. Я тоже вижу здесь некоторый такой духовный для нас назидательный закон, что ли. Иногда мы хотим помолиться за чье-то исцеление. За своих детей, да? И бывает, дерзновения нет. А бывает, молимся, а Бог не исцеляет. А знаете почему? А здесь написано, не что трудно, для Бога нет ничего трудного, поэтому здесь не стоит этого слова, а здесь стоит, что легче. И знаете, я хочу так сказать, друзья. А вот легко нам сказать брату, сестре, домашним нашим, прощаю тебе все грехи твои. Вот если нам легко это сказать, я вам скажу, друзья дорогие, вот легко сказать, тот, кто на мозоль мне наступил, там, или еще что-то, вот я прощаю все грехи твои, вот все тебе прощать. Я вам скажу, что, друзья дорогие, тогда нам будет легко молиться за исцеление. У нас будет дерзновение, у нас будет сила, у нас будет помазание, у нас будет благодать. Мы сможем совершать это служение во имя Иисуса Христа, потому что сердце наше свободно. Потому что бывает такое, что-то сказали нам, немножко, может быть,
неприятное, обидное, и у нас пошло, и у нас там пошло. А вот знаете, вот быть свободным сердцем, вот быть таким кротким, быть таким вот смиренным. Вот понимаете, почему Иисус мог исцелять? А потому что Он вот весь мир, все тот их богохульников и кого только вот убить, Он что сделал? Он пришел и сказал: я прощаю вас, я всех простил. Поэтому Он может всех исцелить, друзья дорогие. Потому что Его сердце, оно свободно, понимаете, оно свободно. И Он сказал: возьми постель твою и ходи. Слава Господу, друзья дорогие, что у нас есть такой Бог, который утешает нас и научает, и назидает на этом месте. Помолимся Ему. Слава Господу.